Сегодня в городском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония награждения ко дню работников сельского хозяйства. В честь данного праздника заместитель акима города Семей Базарбаев Руслан Ерланович наградил заслуженных работников сельского хозяйства по всему региону. Сегодня мы специально приехали в город Семей на церемонию награждения, посвященную Дню работников сельского хозяйства. Я очень рад этому событию. С нашего сельского округа Караулен мы выбрали двух работников сельского хозяйства. Специально для церемонии награждения председателя крестьянского хозяйства Елек Тизикпаева Санжара Жиксенкажевича и председателя крестьянского хозяйства Абылай Караева Куаныша Сериковича. Потому что сфера сельского хозяйства – работа нелегкая. Прошло много времени с тех пор, как эти граждане открыли свои фермы и начали работать. Они вносят большой вклад в развитие экономики страны. Еще раз поздравляем работников сельского хозяйства с праздником. Что нашу работу оценили в отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли. Наша фабрика является крупным предприятием пищевой промышленности области Абай. Мы производим широкий ассортимент продукции, которую мы поставляем во все города Казахстана, также на экспорт в Российскую Федерацию, в Монголию, Киргизию, Республику Узбекистан, Грузию и также в страны Евросоюза. Как президент говорил, нужно развивать перерабатывающую отрасль, диверсифицировать экспорт, чтобы наша страна экспортировала не только сырье, но и готовую продукцию. Мы являемся тем предприятием, экспортным ориентированным, которое увеличивает долю экспорта готовой продукции. Глава государства Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев на церемонии инаугурации сказал, что в ближайшие 5 лет необходимо сделать упор на развитие сельского хозяйства. В этой связи отмечалось, что необходимо провести эффективную работу по развитию аграрного бизнеса в нашем регионе. Айым Жинысын Картулым Ханарлан Исаков, информационная программа Шарайна, ТВК-6.